1941 году Евгений Андреевич окончил школу. Когда началась война, попал в роту связи. Ужас, который пережил ветеран на полях сражений, он никогда не забудет. Немцы что делали? Вместо бомбы бочку пустую бросали. Она свистит хуже, чем бомба. На нервы так действует, что человек чуть сознание не теряет. И вот лежишь и думаешь, ну сейчас конец будет. Великие сражения уже в прошлом. Теперь ветеран ведет бой с болезнями. Сильно беспокоит проблемы со слухом. На помощь пришли волонтеры Победы. Мы собирали красные гвоздички, такие наклеечки, менялись на деньги. Все деньги фонд приумножил и адресно помог. То есть вот у нас от Курска было несколько заявок. И вот как раз-таки одна из этих заявок была Евгений Андреевич. И это был слуховой аппарат, который ему очень сильно был нужен. И вот волонтеры Победы совместно с фондом «Поколение памяти» как раз-таки помогли, приобрели и вот подарили. Евгений Андреевич уже успел оценить подарок. Аппаратом я слышу, допустим, вот лежу я в спальне и на кухне с дочкой разговариваю. Это я слышу. Нормально. А то, что не слышал. Я слышал хоть часов. Волонтеры Победы продолжают заботиться о ветеранах. В списке добрых дел есть еще адреса. Станислав Костиков, Максим Леонов, телеканал 7.